На лед выходит пара, которая по стечению обстоятельств не выступала в Москве до этого. Так просто сложилась их судьба. Но их стиль и их манера катания сделали их желанными гостями в любом западном шоу фигуристов. А вы, профессиональные зрители, знаете, как хорошо на Западе организован именно уровень шоу на фигурном катании. Я очень рада, что есть теперь восхождение. Нам можно гордиться шоу восхождения. Нам есть что показать Западу. Мы надеемся, что следующие фигуристы покорят и ваши сердца. У нас в гостях чемпионы мира среди профессионалов Елена Леонова, Андрей Хвалько. Техника, вот эта отточенность, вот это движение. Для этих людей нету невыполнимых миссий. Елена Леонова, Андрей Хвалько. Ни одно сердце в зале замерло, особенно при выполнении последнего элемента в этом замечательном номере. Браво! Ну, я думаю, сейчас вас забесуют, друзья мои. Вас просто захотят увидеть еще раз. Елена Леонова, Андрей Хвалько. Да? Да. Народ требует, друзья, еще немножко невыполнимой миссии, потому что это просто захватывает. От этого кровь стынет в жилах. We'll be right back.
невозможно красиво. Просто невозможно. Елена Леонова, Андрей Фалько. Уважаемые посетители малой спортивной арены, не пытайтесь повторить этого самостоятельно.